Берем карту. А вот и карта. Я с легкостью найду это место. Ну вот, обезвреживаем главную бомбу. Тогда цепная реакция не пойдет. Много бомб, много. Если все взорвется, то капец вообще. Вот, еще одна. Их, конечно, нельзя всюду прилеплять в упор к стенам, поэтому они как-то вот, на расстоянии от них. Не знаю, почему их в упор нельзя. Хорош, готово. Вот и славно. Давай, выбирайся, а меня ждут дела. Ну вот, мы завершили 9-ю часть. И теперь, вот тут я очень долго мучился, очень долго. Вы можете видеть, потому как немного тормозит игра, и потому сколько здесь всего. Все время что-то как-то не так работало, как я хотел, в общем. Все время приходил добавлять какие-то новые элементы, в общем. Какая запара, это не считая того, что я вон там понаставил. Эй. И последняя, 10-я часть. Моя самая новая миссия вышла только вчера. Напомню, 11 сентября. Финальная часть. Коул, есть новости. Все ополченцы объединились и засели в одном из кварталов округа Ascension. Хорошая новость. Только учти, их там будет немало. Зато если справлюсь, их вообще не станет. Хорошо, тебе помочь? Да, давай, вместе веселее. Вот, нужно встретиться с Крушителем, и мы сможем одолеть ополчение. Наконец. Я покажу дорогу. Ауч, ты меня сбил, тварь. Ай, сука, у меня руки холодные, а. Мы на месте. Вперед. Покончим с ними. Вот тут, ну, тут какой-то глюк. Крушитель вот приземляется по ту сторону забора и ничего не может сделать. Я не знаю, как это исправить. Ну как бы вам пора сдохнуть. Теперь черед ледяных солдат. Они засели на ледяной башне, я сказал Крушитель. Ты так просто пойдешь против своих? Их уже не переубедить, поэтому придется. Мы справимся. Да, за мной. Полчаса спустя. Ну правильно, отсюда до ледяной башни перейти. Загубить на корню весь тест миссии. Так, эй вы, мы пришли поговорить с вашим главарем. Уходите, если жизнь дорога. Другого ответа я и не ждал. Завалим их! Дермак, в атаку! Тут я тоже сделал два манча, но я вам их просто не показал, потому что я не хочу сейчас это использовать. Это мне нужно было только для... То есть... Меня задавила машина! Меня задавила машина, понимаете? Кола! Охренеть. Вот, как жалко. Ну ладно. А если так? Эй! Я хочу больше энергии. О, 7 штук. По-моему, этого получше будет. Thank you.
Так. Получается относительно эпично, на мой взгляд. Ой-ой-ой. Поговорите с главарем резиновых солдат. Вот мы всех их перебили. Не всех, там их на самом деле больше. Это же не все ополченцы, которые есть. Резиновых солдат еще много осталось. Тебе конец, ублюдок. Не так быстро. Здесь не самое подходящее место для боя. Хватит бегать, главарь. Лучше скажи, зачем ведь этот цирк? Ты правда считаешь, что сможешь захватить Нью-Море? Наивный упырь. У меня есть имя. Даже если так, ты его и не достоин, сказал Крушитель. Я достоин его больше, чем ты, Крушитель, раз в 10. Ну и какое же оно? Мое имя. Титан. Что? Как? Безмозглые идиоты! Я настоящий главарь ледяных солдат! Ты, Крушитель, мне в подметке не годишься! Ты самозванец, каким бы крутым ты ни был! Заткни пасть! Он его атакует, раз... Крушитель, нет! Одним меньше. Твоя очередь, Кол. Молись, гнида! Вот так вот он резко из какого-то слабого, который слабее Крушителя, становится того, который сильнее Крушителя. Огромный гигант! Титан! Черт возьми! Как мне его долезть? Он ведь реально похож на главаря из солдат, а? Даже больше, чем Крушитель, это правда. Но! Он самозванец, я должен что-то сделать, я должен отомстить за Крушителя уже второй раз. Черт! Нужно что-то делать! Ой. Я тебе руки оторву. Конечности твои эти вонючие. Давай! Ну что? Титан! Получи в морду! Получи в морду! Прощайся с жизнью! Ха! Сдохни, урод! Там должно быть. Вот и все. Эй! Эй! What the hell? А вот. Вот и все. Эпилог.
Коул вместе с повстанцами и Ларошем разгромили ледяных солдат и убил всех мутантов. Теперь Нью-Море в безопасности, но ничто уже не будет как прежде. Эта победа дала Сколу ценой всех своих друзей – Куо, Вольфа, Зика и Крушителя. Конец. Вот так. Над этой миссией тоже очень долго парился. Очень долго. Вот так. Сейчас в разработке находится миссия «А вам слабо?». Вот. Она именно в разработке. Ну вот сейчас уже звонит телефон. И думаю, на этом мы закончим. С вами был Тесту 46. Спасибо за просмотр. До свидания.